так пошуметь, потому что это полный отстой. Я предлагаю пошуметь погромче. Не-не-не, я понимаю, вы все крутые, вы все на статусе, очень, да, вы все молодцы, вы все живете в Питере, прокачиваетесь, вообще нереальные такие танцоры, но я предлагаю вообще поднять всем руки вверх. Соединить ладоши, пошуметь. Я спасибо, что меня услышали. Итак. Ты где таких-то слов набрался? Отстой, а? Поосторожнее со словечками. На улице. Я ж уличный. Пацанчик такой. Знаем мы таких, да? Yes. Не столь отдаленных, а? Пацанчики. Итак, хотелось бы объявить нашего спонсора. Это спонсор одежда Big Mama. Можно приобрести у Иракеза, у этого парня с камерой. И также он будет снимать всю тусу и потом выложить все в сеть на YouTube. Давайте его тоже пошумим. Молодец, парень. Итак, я хочу объявить нашего MC, уполномоченный Сергей Садин. И наш второй белопрысый мальчик. Ведущий брейк-дансер Скип. Давайте ему немножко поаплодируем. Да, и на голову тоже. Итак, начнем, что объявим нашего диджея, который прибыл к нам, недавно приехал из Петрозаводска, а сам он живет в городе Мурманске, а теперь переехал сюда, в Питер, качать здесь бит. Итак, это диджей Буги Фек. Бит, вот чего ты ждешь в любой песне, вот от чего в тебе просыпается энергия. И когда брейк-бит заканчивается, ты говоришь, как это длилось, всего 30 секунд? Ты хочешь услышать больше? Вот тогда-то и появились хип-хоповские диджеи, которые начали делать брейк-бит, который рождал ощущение фанка, которое все длилось и длилось, и тебя торкало все сильнее, и ты уже не мог уйти с танцпола. Предлагаю всем поднять руки, да, покачать немного. Все, все, все. Все, все, все. Можно сделать вот так, не стесняйтесь, народ. А регистрация у нашего диджея есть из Мурманска? Понимаю, потом предъявишь, а? Ты знаешь, штраф по размене 500 рублей. Так что за тусу заплатят меньше, судя по всему. Итак, еще люди, без которых не может обойтись наша туса. Это наши судьи. Сейчас я вам их представлю. Но судейские выходы они сделают позже. Все верно? Итак, первый судья это B-Boy Small One, представляет команду Fun Fanatics. Маленький один, да? Странно какая-то, высокий какой, а? Сидивист какой-то, а? И следующий судья B-Boy Vortex из Подпорожья представляет команду Pro Steps. Here we go, Rockshade. Мне кажется, она представляет команду Big Mama. Рокшейн. Откуда из Испании, что ли? Не русская, а? Рокшейн, а? Странное имя. Итак, незамедлительно переходим к батлам конторочным. Мальчикам, да? Ну, может быть, и к девочкам. Сейчас посмотрим.